И всем привет, с вами Александр Сучков, и в этом видеоролике мы играем в Hello Neighbor Alpha 4. И в прошлой части, точнее, в прошлой хрени, где я показывал, как летать с ружьем, в общем, мы закинули соседушку далеко за карту, и он где-то там, В общем, да. Вот там где-то он, вообще далеко-далеко он, наш соседушка, вообще там, вот там где-то. В общем, я его закинул с помощью ружья, он сам, ну, летел далеко. Ну что ж я могу поделать? Соседушка у нас граница, как бы для него граница не граница, и он может спокойно отсюда улететь. Так, ладно, это я уже видел. Так, в общем, соседушка у нас улетел, а это значит, что соседа дома нету. И мы можем спокойно, надеюсь, если мы все камеры уничтожим, надеюсь, он не вернется. Но если не вернется, это будет, конечно, офигенная хрень. Если он заново респавнится. Но этого, конечно же, не будет. Так что лучше не пытаться его возобновить. Но это очень хороший баг, ребят. С помощью ружья можно просто выгнать соседа из карты. Все, он не вернется никогда. Но это не точно. Может, он вернется. Я не проверял. Я первый раз такой видел баг, если честно. Так, ломали телек. Ищем мы ключ, значит. Или что-то похожее на открывашку. Так, вы в комнате. Так, здесь. Ничего нету. Какая-то хрень. А, не лагай, не лагай, я. Окей. Так. Часы. Столе, значит, у нас ничего нету. Соседушка реально улетел, и его даже вообще не слышно, не видно. Яблоко. Яблоко. Фонарик. Очень дофига фонариков здесь. Открываем дверку. Включаем эту штуку. Так, а что здесь есть? Неужели здесь ничего нету? В общем, я не знаю как. Но нам нужно как-то нашего соседушку как-то открыть дверь в подвал. Как она откроется, я не знаю, но я знаю, где находится штука, которая открывает подвал. Если вы не помните, здесь у нас есть ключ-карта. Ключ-карту я не нашел, извините. Я ключ-карту не нашел, извините, правда. Я хотел ее найти, но я ее не нашел. Если вы видите что-то на экране, то это не соседушка, это такое свечение просто. Так, здесь у нас закрыто, значит, здесь у нас что-то есть. Должно было что-то быть. Этого нету. Так. Кто не понял, мы ищем ключ. Или что-то похожее на ключ. То, что откроет желтую дверь. Желтый замок. Здесь какие-то еще пачки с краской. Так, соседушки нету, можно спокойно ходить по дому. Не бояться его. Он не в стене, он не в окне, как в прошлых моих частях. Он не знаю, где он вообще. В какой-то жопе он точно. Но это не важно, ребят, мы продолжаем. Так. Две двери здесь. Там какой-то рубильник. Серьезно? Ого! Секретная дверь? Или что? А, не, не секретная дверь. Во, вот это вот херня. Охренеть. Камера. Включаем камеру. Так, там еще вроде камеры были. Так, дверь не открыть. А нахрен мне здесь плохо. Соседушка все равно не придет. Да, да, долго его что-то нет уже. Аж странно как-то. Так, здесь у нас никогда ничего нету. Так. Окей. Мы ищем желтый ключ. Да, для открытия следующей двери. Здесь мы вывалимся просто. Значит. Здесь у нас что есть? Сколько машин? Прикольно. Так, окей. Так, ну что, куда пойдем-то? Куда мы идем-то? В окне я был вообще? Да, я был в окне вроде. Вроде бы. Я не помню. Но лучше не экспериментировать с ружьем, потому что вдруг сосед опять вернется. Так что лучше не советую.
Сейчас что-то делать с ружьем. Так, соседушки нету, значит, нельзя сливаться. Вообще сливаться нельзя, потому что если ты сольешься, то соседушка опять вернется. А если он вернется, то он починит камеры. Если он починит камеры, придется заново все начинать. И убирать соседушку с карты тоже придется сначала. Так. Блин, я сейчас запутался. Блин! Куда мы идем-то? О. Выходим отсюда. Здесь у нас ничего интересного нету. Ну, точнее, я так думаю. О. Ах ты тварь. Вот, синий ключ! А, ну он нам не нужен. Извиняюсь. Так. Какая-то кнопка есть или что это такое, не знаю. Я слушаю какие-то звуки. Вы тоже их слышите? Вряд ли это наш сосед. Потому что соседа я точно изгнал из этого города, это точно. Он далеко улетел, вы можете посмотреть в другом видосике, как я его выгнал. Так. Так. Почему-то мне кажется, что соседушка вернулся. Тихо. Нет, это я хожу. Так, тут ничего нету. Мечи какие-то штуки. Тихо, а где моя штука-то? Тут ее нету. Где лом-то? Фух, страшно, да. А где он есть-то, лом этот? Я помню, что я его бросил где-то здесь, а где он точно, я не знаю. Где-то я здесь лом оставил, но я не помню где. Он исчез куда-то. Там-то точно его нет, наверное. Там я его не бросал. Так, проверяем. Есть какая-то, в общем, такая штука. С какой-то штукой. Да, она не работает. Ладно. Очень странно то, что я выкинул соседушку. Я вам покажу часть, в которой я выбросил соседушку из города. Так, а сейчас я буду, наверное, прыгать. Да. Вот эту коробку я выкину. Ну, ее нафиг. И прыгаем. Так. Я, значит, ломаем окна. Стекла имею в виду. Че, не ломается вообще? Ломались же. А, вот, да, ломается. Все тогда нормально. Так, ладно. Здесь я был. Я не помню. Был ли я здесь или нет. Опа! Мы в секретной комнате. Крутяк. Вот белая комната с белым полом. Здесь окна забиваем. Здесь у нас какая-то штука. Из столов и стульев какая-то штука. Которую мы можем прострелить, наверное. Так. Нет! Фух. Так, здесь тоже какая-то штука. Ай-яй. Не упади. Так. Рассмотрим дальше. О, я что-то включил? Или выключил? Опа! Что-то стало падать куда-то. Это как-то странно. Тихо, тихо, тихо. Мне надо туда, мне надо... Фух. А теперь куда? Так, тут я что-то сломал. И что-то выпало. Кажется, что-то выпало. Куда выпало, хрен его знает. Туда куда-то. Там ничего нету. Я хз. Идем дальше. Значит, опять входим в эту штуку. Так, это что такое? Это выход куда-то, смотрите. Туда. Подождите, я там все проверил. Ой, как бы... Почему я так думаю, что я сейчас упаду? Почему-то так кажется, блин. Так.
Так, окей. Так, здесь у нас эскалатор был. А вот теперь, да, здесь очень... Ой-ой-ой, все, я падаю. Нет, не упал. Вот, здесь, значит... Сюда я был, здесь я был. И здесь я вроде тоже был. А, ну да, это же первый этаж. Вот, здесь еще одна дверь. Которую мы открыть никак не сможем, наверное. Поэтому придется использовать старый способ открывания двери. Но немного позже. А сейчас мы пойдем туда. Так, здесь я был. Это окно. Так, я туда не хочу. Там мне делать как бы нечего. Поэтому я туда не пойду. О, здесь какая-то есть комната. Охренеть. Серьезно? Комната какая-то, смотрите. О, с телеком. Видите? Охренеть. Что-то я думаю, что это очень какая-то идея, не такая. Лучше бы я не советовал так делать. И я прав. Лучше я так делать не буду. Вот что это за дверь? Как к ней попасть? Нет. Ой-ой-ой. Так, идем обратно. Я должен попасть в эту штуку. Опа. Ай-яй. Блин, опа, все. Так, дальше. Дальше. Я был в окне. Ой, блин. Так. Мне кажется, что лучше все-таки отсюда прыгать. Сюда я, наверное, уже не заберусь. Видимо, да. Вряд ли я сюда заберусь. Вообще можно попробовать, ну ладно. Да, вряд ли. Вряд ли. Ну, здесь я пролечу. Просто пролечу, блин. Нет. Нет, я не слил. Я не слил катку. Это значит, соседа еще долго не будет. Так. Здесь что у нас? Здесь какая-то земля. В прошлых частях надо было кого-то выкопать. Здесь такого нету. Видимо, да. Как же нам открыть эту дверь? Может, есть какая-нибудь отвертка у него? Где? В комнате должна быть какая-то отвертка все-таки. О, я могу разбить его запасы. Это все хрени. Так. Давайте, ребят, подумаем все-таки, где можно взять желтый ключ или не желтый ключ. Ну хотя бы открыть эту штуку. Так. Так. Как-то я здесь сделал, я забыл как. А, ну там надо переться туда. Ну ладно. Разберемся. В общем, поперлись опять на тот этаж, извиняюсь, да. Идем, блин. Случайно. Прёмся на этот этаж. Прыгаем. И теперь делаем вот так, как я. Встаем на эту штуку. И прыгаем. Блин, я чуть... А, ну да. Так и надо, по идее. По идее, я все правильно сделал. Все как надо. Теперь берем. Так и как я не знаю, как это сделать. А именно забрать тот стул. Хотя нет, можно попробовать как-то. Но вряд ли у меня все получится. Нет, получится. Там вроде что-то еще есть. Вряд ли как-то я этот стул могу вообще сдвинуть. Да, это очень сложно, на самом деле. На полках я не вижу ничего. Поэтому идем пробовать туда. На штуку, на которой мы можем просто проиграть. Так. Блин. Что-то я думаю, что я зря это делаю, но...
Так надо. Опа. Запрыгнул я. Паркурщик, блин, я. Круто. Круто, круто, ребят. Так, здесь есть телек. Шкаф. И дверь. Да ладно, серьезно, я столько прыгал? Да не может быть. Да вы что? Что там окно есть? Там что, есть окно? Как мне туда попасть вообще? В ту сторону дома. Как мне туда попасть, эй? Так, значит, надо нам как-то на стул как-то. Как-то я делал баг. Так. Нет, ну это, наверное, они пофиксили этот баг. Или нет? Ну, вообще, сейчас он у меня не получается почему-то. Я не становлюсь меньше. Так. Так. А здесь ничего нету такого? Пошел нафиг. Давайте проверим. Не, нифига. Вообще ничего нет. Китайская еда, пульт. Нафига ему столько телеков, я просто не представляю. Ничего здесь нету. Ну, как всегда. Я и не думал, что что-то будет. Поэтому понял, что я слился. Нет, я еще не слился. Я хочу туда. И я попаду туда. Так. Ладно. Давай, давай, давай. Ну, пожалуйста. Давай, стул, пожалуйста. Ну, сделай дело, пожалуйста, для меня, пожалуйста. Кстати, давайте попробуем. Вряд ли, наверное, эта штука получится. Но! Но! Я не знаю, где я еще был. Ну, ладно. Так. Окей. Еще. Почти. Почти. Ну, точнее, как почти. Я просрал. Я слил. Надеюсь, соседушка не вернулся. Так. Почему-то мне кажется, что он вернулся. Потому что он вернулся, все. Мы слили. Мы сделали так, что соседушка вернулся. Все, его никак не убрать. Да, мы пытались, мы тащили, мы играли, мы хотели выиграть, и у нас ничего не получилось. Это значит, что нельзя никак ничего из этого пройти. Это доказывает то, что сколько здесь как бы не играй. Да, мы убрали соседушку на некоторое время. Но он по проигрышу опять вернулся, и поэтому, в общем, мы опять вернулись на то место, откуда и, в общем, и начали. Мы ничего особого не прошли. Точнее. Так, ну зато я, наверное, в окно влезу. Наверное. Так. А сосед куда-то побежал. В общем, дело в том, что нам надо куда-то, но я не знаю куда. Чтобы найти какой-то желтый ключ, который непонятно где находится. И непонятно, как его вообще забрать. И вообще, как его забрать. Я вообще не представляю, как его забрать. Ну что ж, давайте опять залагаем соседа нашего. Для этого... Ой-ой-ой. Для этого давайте вот так вот сделаем. Вот так. Чтобы он от нас улетел далеко-далеко, еще раз далеко. Нажимаем, вот он уже начинает лагать. Это я вам просто показываю, как это сделать. И надо заканчивать наш видеоролик. Так. Давай же. Соседушка, улетай нафиг отсюда. Нафиг не нужен. Он начинает улетать уже, походу. Я не знаю, что он делает вообще. Нет, он точно не улетает, потому что если бы он улетал, это бы... Вот он! Седушка, ты где? Он что, где-то выпал? А где он выпал? А я не знаю даже, где он выпал. Но я слышал, где-то он выпал все-таки. Сосед, ты где? Вот он там. Надеюсь, он не вернется.
Надеюсь. Это не точно. Ого. Да, мы залагали соседа. Ладно, в следующей части вернемся. Так, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.